Сборник рассказов, он назван «Чужая жизнь». И название, оно нельзя сказать, чтобы оригинальное, но оно очень точное для этого сборника. Потому что тема, наверное, каждого рассказа так или иначе касается ощущения любого человека. У каждого человека бывает такое ощущение, что вот его собственная жизнь, она не его, а чужая. Это такое вот, в своем роде такое отстранение от собственной жизни, когда вы отдельно, а вашу жизнь как будто бы проживает другой человек. Но это один из вариантов интерпретации вот этих рассказов. И они все разные сюжеты, разные герои, даже разные времена в них описываются, но все они так или иначе переплетены вот этим мотивом, чувством чужой жизни, либо своей жизни как чужой, либо тоски по какой-то другой жизни, так и не прожитой, и завистью к чужой жизни. Вот что-то вроде этого.